Алин! Что? Тут почему-то все думают, что мы расстались. Мы расстались? Да. Поэтому я у тебя в пижаме приезжаю. Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, и добро пожаловать в мое новое видео. Я только что опубликовал вчерашний влог. Можете, если пропустили, остановить это видео, посмотреть, то и вернуться обязательно. Новый день начался, сегодня пятница. Вы увидите это видео, получается, в субботу. Значит, сегодня я должен буду встретиться с Алиной. Мы хотим сходить в кино на Сноудена, скорее всего. Правда, единственное, чего я боюсь, что сюжет очень предсказуем. Ведь все уже знают эту историю. Вряд ли режиссеры смогут чем-то нас удивить. Хотя, может быть, посмотрим. И дальше, возможно, мы отправимся на интересное мероприятие. Оно будет проходить просто в 2 дня, пятницу и субботу. Я еще не решил, когда я хочу идти туда. Я уже говорил в прошлом влоге про него. Так что усаживайтесь поудобнее, а я еду за Алиной. Только что на заправке отдал 500 рублей железом кассирше. Вы бы видели ее лицо. Но наконец-то я избавился от этого железа. Погода на самом деле просто разочаровывает. Все дожди. Поэтому мы поедем точно в кинотеатр. Мы хотим еще покататься, кстати, на новой ветке метро кольцевой, которая уличная. Но скорее всего тогда займемся этим не сегодня. Потому что мы просто ничего не увидим. А там хочется поснимать, покататься, понаслаждаться видом. До конца сентября, кстати, она бесплатная. И вообще, блин, была бы она, когда я учился в школе, было бы в 100 раз удобнее, потому что мне приходилось через центр ездить на метро. Так бы хоп, и я в школе. Блин, может быть, бы я меньше прогуливал. Хотя не, кого я обманываю? Привет, малыш. Привет. Новая помада. Просто потрясающе выглядишь. Я прям не могу на тебя насмотреться. Надо им показать. Кстати, есть же еще фильм «Нерв» с Кейси Нейстатом. Возможно, мы на него пойдем, посмотрим, что по билетам. Хочешь на «Нерв»? Очень хочу смотреть сеансы. Мы все-таки решили пойти на «Нерв», но в другой кинотеатр. Я увижу Кейси Нейстата. А я хер знает, почему я иду. В смысле? Ты же хотел на «Нерв». Да, забыла. Ты не хочешь на «Нерв»? Ты не хочешь посмотреть на Кейси Нейстата? Если честно, с такими пробками можем даже за час до Калужского не доехать. Это просто ад. Пятница вечер. Москва. Если будет плохо. Нет, отлично, приехали. На 17.15, нерв 2D формате, 16+, 2 билета, 700 рублей. Вот это. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое. До свидания. No. Я увижу Кейси. Нет. Кейси Нейстат. Yeah. Когда он появится в кадре, я закричу на весь зал. Пожалуйста, иди, умоляю. Но там Кейси Нейстат. Нет. Это круче, чем ваш Леонардо Ди Каприо. Нет, но с ним. Кейси. Я здесь. Проверим, кто-нибудь знает Кейси здесь еще. Нет, давай как-нибудь включать. В общем, мы сходили на «Нерв». Там был Кейси, значит, фильм охуенный. Он там был секунды 2. Да, 3 силы. Or a player. Are you a watcher? Player. Watch player. It's cool, right? На самом деле это неплохой вариант, точнее, неплохой пример, когда с маленьким бюджетом. Когда с маленьким бюджетом получается довольно достойный фильм. Очень хорошо. Очень хорошая музыка. Ну и он, знаешь, он на самом деле в духе вот нашего уже поколения. То есть соцсети, все, да. Про лайки. Людей, которые за лайк, которые сделают все. Да, просто. В общем, что такое. Ну что, друзья, у нас музыкальная пауза, милая песня для девушек. Топку, головную боль, я так долго рвал эти толпы рукой Марадонна. Сколько стоит ее стон монотонный? Старая кошелка, бесспорно, покорная малышка. Ну от средний палец я поднимаю в небо, чтоб вы знали, что я тут, мать его, негр.
тот самый негр, ты врубаешься, я тот самый негр, который перерос в ваших гетто. Тот самый негр, ты врубаешься, я тот самый негр, который перерос в ваших гетто. Тот самый негр, ты врубаешься, я тот самый негр, который перерос в ваших гетто. Тот самый негр, тот самый негр. Иди. Ну что, друзья, мы уже вернулись домой. Я, кстати, забыл сказать, что с 14 по 16 или 17, я точно не помню, куплены уже билеты в Сочи. Мы туда полетим отдыхать. Обязательно будут оттуда видосы, вы не переживайте. День подошел к концу, на этом и влог, увидимся завтра. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, а с вами был Максим, и не переключайтесь. Пока-пока-пока!